Оружие подняли дальше на юг. Продолжаем дальше на юг. Так точно. Все чисто. По нам огонь. Все. Да, с бункера стреляют. Также где-то с горы снайпер работает. Оптика, смотрите эту горку. Нашел Тейлора, сейчас его лутать будет. Лучше бы ты умер, блядь. Да, у нас 166-й пехота. Тейлор, если ты меня, конечно, слышишь, Тейлор, блядь, я прям просто перепрошу. Так, Тиран, Гринфейс живой, да? Прям он живой, но мне тяжело отсюда идти. Ну подожди, они сейчас отвлекутся. Опа, метка Кей на 1-3 выявилась, что у нас. Да, они тут двигаются. Я знаю. Значит, просто сиди там, дожди его. Мы вряд ли победим в этой миссии, так что можно хотя бы постоять. Кого-то не могу. Я не могу это делать. В принципе, ты сейчас должен стать. Снайпер стреляет, это моя игра. Морфинчик тебе я вставлю. Хорошо, что я магазин проверил, оказывается, не заряженный был. Ранен, о да, я вернулся. О да. Да. Беса, спасибо. Да он вот от тебя шел. Какая разница, все равно дело сделал. Дело. Главное, я дальше пошел сливаться. Захват.
бункером. Файр, за большим бункером есть пех. Вот куда трассера, видишь ли? Нет, с западной стороны от него. Блин, по тебе свои стр... Передавай ему фаер. Все, не будет стрелять. Ты живой, нет там? Да, лечусь. Так, ты что, уже в бункере? Я лежу перед ним с северной стороны. Берем 113. Работает со следующей горой. Тиран, ты на горе? Не, я на побережье тут съебываюсь. Обратно бегу к нему. На север. Понял, я фаер к тебе поднимаю. С севера. А где он находится примерно? Фаер, ты... Нет. Дымился, там у тебя какие-то дымы, я не пойму. Так, дальше на берег, на запад спускаемся, продвигаемся на следующую, на юг высоту. А бункер мы не занимаем, ты не смотрел там? Не смотрел? Там трубы не было. Файер, прием. Все, снайпер снял. Рядом. Так, файера, по-моему, убили сейчас. Тиран, мы выдвигаемся, не выдвигаемся. Тиран. За свое барахлишко заберусь. Дальше, поэтому... Давайте к побережью сейчас с горы спускаемся. Понял. Ну, в принципе... Да, КС, в принципе, тоже передал, что нам надо двигаться вперед. Если это был КС, конечно.
Да. Видел, так я не вижу, откуда они были. Откуда-то там из глубины. Для галочки что ли или чё? Чё он не стреляет? Он это самое, уже закончил свои боеприпасы все. Мы сейчас на моей метке, вот я сейчас отметился. А, вот мы где сейчас. Не очень? Почему не очень? Удыкать рано. Очень даже очень. Тиран, я поставил на себя метку, я уже довольно близок на самом деле к цели получается. Продвигаюсь по верху. Ну, Тейлор, цель на 22-й вот где-то. Подожди. Да, цель, она находится не на 20, чуть севернее 22-й. Короче, там такие домики. Во дворах ящики, надо все ящики взорвать. Вот где я синюю метку поставил, да? Да, верно, верно. Понял, я буду по берегу продвигаться, пробую продвинуться. Да, может что и удастся. На 22-й высоте ездит этот какой-нибудь стрелок. Просто. У меня трубы, к сожалению. Нет, это. Тиран, могу пробовать убить стрелка. Номер 13. Тираны, слышишь, он с 13 выбил. На связи нет, Тирана. Тиран на связи? Да-да, ребята, важный звоночек получил. Слушай, Тиран, я выбил МС-13 на берегу, около радиовышки, захватил его. Попробую продвинуться в сторону города, там расстрелять просто-напросто, да и все. Передай, стреляют, да, по МК? Да-да-да, передай, я двигаюсь в сторону, получается, я...
блять. Да, М13 захватили. Трейлер живой еще? Ну, вы ничего не пойму, ребят, что происходит? Не знаю. Он у нас стоит, я вижу, чисто поле, а трейлера не знаешь, выбили, он на стрелка пересел его. Я меня не выбили, я врезался и потерял сознание. Где около меня? Куда я смотрю? Смотри, вот я пытаюсь его убить. Все, Тревор, забудь, забей. Убили? Я его за КПшку убил. Убили его, понял. Тревор, ты куда не уезжал? 13, это на дальний. Понял, так точно на дальний. Тиран, я здесь рядом, получается, с этим, но, блин, на хер его знает, где здесь этот, как у ящик. Это все ящики, уничтожай. Не, где здесь он вообще, я его не вижу, в принципе, кажется. Здесь навес вижу, вижу. Ящик, так, ну, про маскировочную сеть я здесь не вижу, его около базы. Здесь же получается... Тиран, ты меня слышишь? Нет, на связи? Тиран. Тиран. Гары с вы спускается, как противник. Да-да-да, сейчас стреляла, которая... Понял, главное, я просто переспросил на всякий пожарный случай. Это на себя не дочкопный. Наша. Да какой тут я еду? Не... Сто тринадцатая.